la la. Come see, come see, come saw one day I feel it's love. Next day it's not enough, it goes un, deux, trois. Come see, come saw one day I feel so high. Next day I wanna cry singing.
Доброго вечера, господа. Здравствуйте. С вами Милу, и сегодня у нас игра против слабого опытного игрока в рамках турнира «Новичок». Ветераны против нубасиков. Ну и нубасиком у нас выступает господин Ярик. Господин Ярик знаменит тем, что он выступал в моей команде в команднике недавнем, ну, который, кстати, еще не закончился турнир. Мы оттуда, к сожалению, вылетели. Но выступал он очень достойно в четвертой корзине нашей команды. Так что мы с ним более или менее знакомы. Играем 6 LM10, Инферно против Флакса. Были торги за замки в этой паре. Но торги прошли очень быстро. Я предложил не торговаться и отдать мне Инферно. Ну, а Ярик был рад такому исходу. Так. Ну и это первый рестарт от него. А за красного я заплатил 800 рублей. В чем прикол игры против нубасиков? Ну, это делается для нубасиков. Ну, это опыт, это интересно. Когда ты еще не слишком скиллованный, поиграть против сильного опытного игрока — это всегда очень круто. Очень интересно, очень полезно. И вообще. Короче, это для них, в первую очередь. В основном. Так. Что у нас в этот раз по замкам? Фортресс и Фортресс. Неплохо. Неплохо, неплохо. Нычечка есть. Приятная. И охрана у нее тоже, надо сказать, достаточно приятная. Короче, это для повышения ЧСВ папашек. Эх. Прочитал, прочитал. Так. Ну так чего? Сразу туда поедем или как? Ламар еще есть, да? Сколько у нас пацанчиков-то? 18. Маловато будет. Опасно. С другой стороны, можно как бы слиться и пофиг. Правильно. Так, так. Значит, поехали, короче. О, как раз Афен закачаем. 9 штучек терять не будем, наверное, все-таки. Так, так. Так, так.
Викрам Сай. Ой. Ну а чё, нормально, по одному же убиваем. Все хорошо, я считаю. Здесь должно быть. В атаку. Вот так. Красава. Просто по щам. Изи. Изи без потерь. Так, теперь надо собрать вот это вот золото. Ну какая разведка, ну что ты мочишь-то? Тут как-то все непонятно. Вообще. Разбежка, говно. Камни не подблочены вроде. Не так уж все плохо. Давайте еще здесь золото пробьем. Много стеков. Печально. Ну хотя все. Не так уж трагично прошло, как могло. В итоге, что мы имеем? Имеем... Денег мало. Мне надо, по сути, героя обязательно выкупать следующим ходом. И при этом еще хочется очень купить китов. Я соберу 4 кучки золота, если очень. Постараюсь. Ну, 500 там еще прирастет. 4 кучки золота, это в среднем. 3000. Ну, не хватает на героя. Плохо. Не круто вообще. Что-то, конечно, мне подсказывает, что сдача хороша.
Давайте оставим пока. Знаете, можно даже и не выкупать героя. Сколько у тебя там? 1560, 200. Да как нет руды? Вон рудоносная шахта. Кусок руды, шахта. Все нормально. Так. 200. 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ну, короче, без проблем. Тут можно собрать эту голду, выкупить пацанов, через клан себе вернуть это все на Марьку, Марька поехать дальше, туда собрать каких-то денег, построить дома что-нибудь, там, гильдию или демонов, посмотрим. И будет нормально вообще, вполне. Мариус уже таким нормальным войском поедет дальше. Проедется хотя бы ходик по дороге, там уже будет более-менее понятно, стоит чего-то ждать от этого расклада или нет. Что за турнир такой, не могу найти на ХВ тему. Этот турнир, это подтурнир в турнире новичок. Я немножко отвлекусь, короче, мне надо отойти.